Подозреваемый в краже медицинской карты семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера был найден повешенным в камере в Цюрихе, куда его поместили после ареста. Злоумышленник похитил историю болезни Шумахера из клиники Гренобля. О краже европейские СМИ сообщили в конце июня. Тогда в редакции нескольких немецких, английских и французских изданий пришли письма с предложением купить медицинскую карту Шумахера примерно за 50 тысяч евро. Позже полиция арестовала по этому делу человека, чье имя не раскрывается. Известно лишь, что мужчина работал в вертолетной компании, которая осуществляла перевозку находящегося без сознания гонщика.